Бренд шуйских ситцев растет. Теперь он не только шуйский. Не так давно предприятие запустило новый современный производственный цех в Фурманове. В понедельник предприятие посетил губернатор региона Станислав Воскресенский. Ну, я уже говорил, мы за каждое рабочее место бьемся. Вот здесь 106 рабочих мест новых создано. Это современное ткацкое производство. Что важно, частично это импортозамещение. Раньше шуйские ситцы приобретали часть ткани за рубежом в Узбекистане. Теперь практически полностью переходит на наше производство. Плюс само качество ткани, я так понимаю, будет гораздо выше. Это потребительно не только в Ивановской области почувствовать на себе. Имею в виду в лучшую сторону. Предприятие «Шуйские ситцы» имеет полный цикл переработки хлопка. В 2018 году им было изготовлено 53,5 миллионов квадратных метров тканей и почти 5,5 тысяч готовых изделий. Открытие производства в Фурманове – начало расширения. Первая часть реализации масштабного инвестиционного проекта на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Не последнюю роль в развитии шуйских ситцев сыграла государственная поддержка. Участвовала программа Министерства промышленности и торговли. Это лизинговая программа, которая субсидирует лизинговые компании 30% выпадающего дохода. То есть фактически для меня стоимость оборудования была на 30% дешевле. Участвовала в фонд развития промышленности, льготный займ на оплату аванса. Сберлизинг и Сбербанк, ну, конечно же, и мы как инициаторы проекта. То есть вот такая сложная сделка, которую мы совместно с Министерством промышленности, со Сбербанком смогли структурировать и сейчас реализовываем. Господдержка – реальная возможность для шуйских ситцев не только расширить и модернизировать производство, но и выйти на новые рынки сбыта. Вторым этапом реализации инвестпроекта станет открытие нового отделочного цеха в Шуе, который планируют запустить уже этой осенью. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново, Фурманов.